Так. Подожди, подожди-ка, блядь. Подожди-ка, блядь. Идем. Родной. Шире шаг. Совсем как крах. Тихо. Тихо, тихо, блядь. Ты вот великана, да, друг, хоть чё? Давай-ка мы сейчас с тобой по-другому сделаем. Дай-ка я, блядь. Сейчас. Схожу, блядь. Да оружия какого нибудь там, блядь. Все. Он вот истек продам, кровью. Нахуй. Он истек кровью. Он истек кровью. Он истек я буду ждать кровью. У входа в пещеру. Все, все, жди, жди. Молодец. Так. Так, где, блядь? Где они у нас? Это человек, так. Блядь, да где они у нас, нахуй? Хуесос это, блядь. Кэрмор, блядь. Точила. Давай-ка в Кэрмор, блядь. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Молодец, молодец. Молодец. Так, давай. Начнем, блядь. Барыш. Хочешь что-нибудь купить? Продать нахуй. Покажи мне. Прощай. Так. Так, давай. Ну? Я... Да пожалуйста. Чего у тебя с деньгами? Ты ж гнидыч. Сука, да ты охуел, ёпт. Что за, блядь, листочки у него? Чертежи, блядь. Так, что у него есть-то тут, блядь? Нихуя, блядь, нету. Блять, ну что за хуйня-то, а? Ой, блять. Прощай. Да, блядь. Чего тебе? Прощай. Все не поломано. Так. Давай ты теперь. Хоть. Давай, похуй, тебе все продам, блядь. Так. Блядь. Тут пидора денег нету, нахуй. Сука, гнидыч, а?
Ладно, так. Выпьем вечер. И по душе мне так. Нет, и ты. Тоже вчера. Так, руины Дурли, вот. Так. Ага. Это этому гвозди. Да раз. Да. Блять, вот эти шкуры, сука, блять. Ну тыри, блять, их продать надо, блять, все. Так, чё, не туда иду, блядь, получается. Ты пиздец, она там орёт, блядь, это. Блять, сколько гвоздей-то ему, блять, таскать нахуй, он заебал нахуй. Да сейчас я его ёбну, блять. Посиди пока тут, блять. Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Так. Все холоднее. Уже близко. Ну чё, сука?
Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся. Ключная она где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешан. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайд, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Так. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайд. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Блять, ну как так-то я? Сука, ну блять, почти ведь уже, а? Козел, блядь. Сыка. Давай, давай. Хуй мыльный, блядь. Какая-то хуйня, блядь. Нормально мы его припечатали, блядь. Надо было его выпустить. Не вини себя. Никто не знает, что бы выкинул Виги. Очень может быть, он бы набросился на великана с кулаками, едва выйдя из клетки. С ним все могло сложиться совсем не в нашу пользу. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Все, давай. Согласен. Пока. Звучит гораздо лучше, чем Блавикинский мясник. Пойдем отсюда.
нет. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани. Давай, все. Посмотрим, что у него тут есть, блин. Блин, сапоги, блядь, какие-то. Любовные, блядь. Шпагат. Бомбес. О. Ключ от клетки с веги. Так, он его сломал же, блядь. Хули тут. Ну, козлина, блядь. Умерла, блядь, козлина. Так тебе, блядь. Блядь, что-то я нихуя не пойму. Что, блядь, не здесь выход, что ли? Нихуя. Здесь, блядь. По заданиям. Избранник богов. Мастер бронник, мечи и вареники. Стартовый капитал. Высокие ставки. Опасные игра. Ну, все высокие ставки. Хоть винту. До следа. Прорицатель правду скажет. Что за хуйня? Непонятно. Так, ведьмачий заказ. Так, у меня 60-й, да, левел? Блять. Так, так, ну у меня еще полтинников тут дохуя уровней. Давай-ка вот избрание гугов. Блять, что? Опять какую хуйню закрыл, блядь. Гляди, там воют опять. Блядь, так он где-то тут опять. Сука, тебя же ёбнули, козла, блядь. Тебе чё надо-то, блядь, ещё? Тебя же ёбнули, нахуй. Давай, сворлок.
Так, досочка. Что случилось? Досочка. Рожа у тебя такая, будто ты рыбий жир пил. Заткнись. Так. Угу. Так. Инги вышвырнула меня из дому. Ага, узнала про шашни с малютки Листы. Да нет, узнала, что я не закрепил лица. Так, заказ пропавший жених, ну и чё? И чё? Ну, 57-й, заебок. Заебок. Сейчас я вот эту вот. Выполнен. Когда он с богами говорит, уж редко. Блять, как зайти-то я что-то, блять. Понять нахуй не могу, блять. Где вход-то, блять? Эту коморку, блять. Блять, извини, друг. Блять. Валим, 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 валим. Приветствую тебя в доме ярла Удальрика. Вот, давай. С доблестного клана Броква. Приветствую. Я хочу увидеть ярла. Войди. Ярл еще говорит с ворожеем, но скоро закончит. Давай, только давай. Под ноги смотри. То есть? Наш ярл не любит света, споткнуться можно. Парень не промах. В одиночку великан. А потом... Га, не болтай. Потом начался видно, что? Я вот всегда думал, что... Отлично. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать, время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Ярл. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Терес. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Терес. Где сейчас Терес? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Так. Давай вот так. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перу краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Терес, как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Отлично. А помните, как в заливе Сольве нас застал шторм? Помню, как сейчас. Волгун выпал за борт и чуть не утонул. Удали рекрутов, когда в воду испал. Угу.
Попадали немножко. Интересно, откуда такие берутся? Спросить про Кирис в деревне. Кого, блядь, спрашивать надо? Блядь, а у кого спрашивать? У кого, блядь, у собаки, что ли, блядь? Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Чего ты здесь ищешь? Сучка. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Но... Кирис приехала. Ну-ка, давай. Прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Давай, давай. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Кирис. Кирис? Дочь Краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Спасибо. Не то, что мой обувь, Свен. Привет тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Давай, давай, да. Я ищу Кирис, дочь Ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бирктори с Эйриком. Да уж. А это что за люди? Эйрик многие годы водил дружбу со старым ярлом. А тот помог ему добыть руку Бирктори. Они живут на восточном конце деревни. Все, спасибо, мать. Спасибо. Будь здоров. И передавай привет, Кирис. Так. Вот бы мой Свен был таким героем. Эй, ты! Ты чудо! Думай, куда идешь. Блять, прибуло. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я, правда, занята, но вокруг столько девок красивых. Ты чё, блядь? И где твои красавицы? Может, какая-нибудь согласится показать мне остров? Ну, есть, например, Вэя, дочка Бондаря. Хотя, нет, у нее зубы кривые. Вот Дебора другое дело. У нее зубки прямые, как по ниточке. Зато бородавка под правым глазом. Вот еще Майя, личика, мечта. Только на правую ножку прихрамывает. Холера. Так подумать, все девки наши не так уж и хороши. Я ищу Кирис. Эту худющую? Глаза у нее, конечно, как у серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где она. Ее отец? Ай, да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках.
чертовы мир, Дьяблер! Ничего себе их тут развелось! Но мы им задали жару! Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Но если б я тебя не предупредил, годился б ты сейчас только на приманку для трески! Спасибо за помощь. Ну, раз уж ты мне один раз помог, может, ты еще поможешь? Надо подумать. Мне рыбу ловить надо, сети чинить. Не до битв мне сейчас с чудищами. Я не об утопцах. Я ищу Керис. Породистая девушка. Сразу видно, что не из простого рода. Была она здесь. Только потом я поплыл утренние сети снимать. Зачем она сюда пришла? Она расспрашивала тебя или просто бродила по окрестностям? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Так. Она говорила, куда собирается? Чужому бы я не сказал. Но мы же друг за друга головой рисковали. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Давай, все, пока. Спасибо. Прощай. Так, не ждали, да, новый там? Финтифлюшки. А красный-то это... А, он атаку увеличивает, вот один красный. Так. Пиздец. Тема. Легкость ног. Контратака. Акси. Так. Да, блять, тут все прокачать, это пиздец надо. Да, да, хуя дело. Так. Блядь. Чувствую, пиздец будет. Свежие следы. Бля, это кирка-то здесь вот так. Блядь, какая-нибудь пизда, блядь, а? Ключ. Ключ.
блядь. Чувствую, там призраки, падлы, блядь. Где, блядь, они? Где, блядь, убью нахуй. Керис. О, блядь, она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Ну почему? Это только во сне. Что? Что случилось? Где я? Ай! Голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Краха тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч, где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что моя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. Это только возле. И при чем здесь меч? Это Броквар, родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с Ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиги. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый Ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Так. Отец, наверное, думал, что совместный поход их примирит. У нас морские походы — это лекарство от многих болезней. К сожалению, в этот раз вышло иначе. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. А как ты думаешь, Удальрик убил Акки? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Да. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Акки. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. А, и речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Так.
Блять, хули. Еблан, блять, открывай нахуй. Блять, взял же я какой-то ключ. Пиздец. Что за бред нахуй? Блять, я ж какой-то взял, блять, ключ. Ключ от подвала. Ключ от клетки Свиги. Ключ от подвала, ну и хули. Ноя. Пиздец, что за хуйня-то, блядь? Ёб твою мать. Что творится-то, блядь? Блять, какая-то жопа стоит. Кирис, что меч найден. Там этого пидора надо. О, блядь, сейчас. Пиздец. Так ты нашел меч? Будет. Да. Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но... Кирис. Я слышала, вы из-за чего-то поссорились? Или из-за кого-то? Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были? Знакомы? Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Повторись. Но так хороши эти белые ноги. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего. Ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Ярл. Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем больше жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов — это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Угу. Это не боги. Выбирай слова, чужеземец. Ты на земле Скеллиге, и здесь почитают богов. Не будь ты гостем Анкрайта. Яру,
Ведьмак не хотел тебя обидеть. Послушаем, что он скажет. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что Бодди опечален его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Акки упал в воду. Боги разгневаются. Я помогу тебе. И обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай ведьмака, Яру. Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Акки. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Акки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Акки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да, родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Так. Одиночку велика. Приезжай, всякий, из большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить. Сон, повторись, я прошу, повторись. Так, хорошо, эти белые ночи. Ишь. Чуть не упал. Так. Давай, спеши. Сука, я вас котов голыми руками сейчас ухуярю, блядь. Вот спрятанное строение. Место отмечено кривой мачтой. Но в какой попало дурак сокровище? Сокровище не найдет. Я должна быть здесь. Так, какая нахуй Йеннифер, блядь? Так, хорошо. Белая пошла ты нахуй, мразь. Смотрим, дало это что-нибудь или нет. Пора возвращаться к удальнику.
броне, бляди. Блять, не то сделаю. Белые ночи. Блять, да эти-то откуда опять? Это, блядь, откуда нахуй? Лезешь. Заткнись нахуй. Никого столь смелого. Пока не уебал. Зачем? Зачем ты это сделал? Что так происходит? Удальрик. Голоса велели ему выколоть себе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Да, отлично. Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акки, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил». Отлично. Так. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени. Отлично. Боги когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило, потому они хотят его все больше. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей.
Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который сверж... Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызение совести. И в конце концов вынуждает... Звучит невесело. Его можно как-нибудь... Теоретически есть два... Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима, вместе с его... То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты должен... Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима, он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальвика, это... А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать под... Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы поп... Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба спло... То есть... У Дальрик может... Ты думаешь, что Хим... Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. И чем больше боли он причинит у Дальрику, тем сильнее... И тем опаснее для тебя. Хим демон, а их очень трудно провести. К тому... Как это? Хим... цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести. И если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного... То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому? Именно. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно... Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить... Хорошее решение. Но веди. Не стоит. Нужно осмотреться. Так, сохраняемся.